Итак, всем с добрым утром. Я сегодня хотел бы поздравить нас с днем рождения. Как вы думаете, кого? Ну-ка. Ага, не угадали. А я сегодня хотел поздравить с днем рождения Артема. И, конечно, в первую очередь... А, ты хочешь спросить, кто это? Это мой племянник, которому сегодня ровно месяц. Он родился 23 февраля, да, соответственно, в 2017 году. И, конечно, я хочу поздравить с рождением, прежде всего, его родителей. Это Аленку, это моего брата Сергея. Опять же, наверное, есть еще люди, которые моя мама, папа, родители Аленки. Наверное, моя сестра, которую этого ребенка, наверное, ждали больше, чем сами родители. Нет, шучу, конечно, родители больше ждали. Поэтому... Поздравляю еще раз, поздравляю, пускай Артем растет хорошим, крепким, таким порядочным парнем. И, в общем, вы молодцы, завидую вам белой завистью. Очень хорошо, когда в России рождается новенький человек, новая частичка общества. В общем, с днем рождения тебя, Аленка, с днем рождения тебя, Сергей. Поздравляю ваших родителей. Ну и, конечно, Артему богатырского здоровья и, наверное, ну, пока просто богатырского здоровья. Все, всем пока, еще раз с днем рождения. Кто самый счастливый человек на земле? Сегодня эта участь выпала мне. Быть может, завтра и тебе упадет счастье в лапы. Ну а сегодня я стал папой. Я самый счастливый человек на земле. Мне так хорошо, словно мне сейчас 8 лет. Давай за мной полетаем чуть-чуть, пока наш поезд не ушел. Чух-чух. Я самый счастливый человек на земле. Мне так хорошо, словно мне сейчас 8 лет. Давай за мной полетаем чуть-чуть.